временем все-таки Рошан попадет в пользу Нави. Если только Virtus.pro сейчас не контроинициируют серпенты, были поставлены вне Рошана. Колдаун, внутрь Рошпита, Паша, стенка, стяжка, и нет контроинициации от Роджера с эпицентром, сбору страйком, но Рамзес успевает поражать БКБ, начинает жарить здесь СК, Дэдди тем временем фокусит Виндеру Верну, Солоч отпадает, генерал тем временем пытается уйти под Пашей вместе с Лилом, но в конце концов генерал на развороте убивает там тем временем Пашу, Дэнди, застанили, Дэнди погибнет, но он...